Всем привет! Так, есть. Люди пошли, значит, присоединились. То есть интернет подсоединился. Я слегка подтормаживаю. У меня нарушена речь. Вот. Я не знаю, что со мной. Записалась к неврологу. Вот, как самочувствие? Сегодня у меня нет головной боли, но у меня есть такое дурацкое самочувствие, в общем, но жаловаться не буду. Все нормально, записалась завтрак на, как он правильно называется, короче, на голову наденут всякую какую-то штуку и будут проверять. Это как, в общем, ладно, не будем, давайте не будем о болячках, начинаю чувствовать себя старой. Все нормально. Я ненадолго, потому что у меня там готовится ужин, и мы с Доминикой собираемся смотреть фильм. Вот. Я не знаю, кстати, кто смотрел фильм «Любовь живет 3 года», можно ли 14-летнему ребенку смотреть такое кино. Очень хочу посмотреть. Вот. Потому что книга классная, и я не смотрела кино только потому, что боялась расстроиться. Разочароваться, не расстроиться, разочароваться. Потому что когда-то я прочла книгу «Похороните меня за плинтусом». Очень крутая книга. Но когда я посмотрела фильм, я настолько расстроилась, разочаровалась и даже разозлилась. И пожалела, что посмотрела кино. Боюсь, что так будет и с фильмом этим, поэтому не знаю, смотреть или не смотреть, вот так. Какие планы на весну? Ой, грандиозные, глянем, пока не буду ничего загадывать. Анечка, привет, поздравила мужа с 23 февраля. Нет, я забыла, что сегодня 23 февраля. А он сегодня как раз приехал, забрал в обед Деми, да, я не поздравила, вообще даже ничего не сказала. Ну, я, правда, даже утром плохо чувствовала, я в днях потерялась. Хорошо, что вы сказали, что сегодня 23 февраля, сейчас позвоню, поздравлю. Вот. Да, видите, какая я эгоистка. А на 8 марта, наверное, захочу, чтобы меня хотя бы словами поздравили, понимаете? Вот они, женщины. Так, сохрани эфир. Окей, мне в Космо дали листовку с вашими фотографиями. Круто, приятно. Мне уже девочки присылали, это приятно на самом деле. Где вы смотрите кино? На каком сайте? Не могу найти фильм «Брама», может, дивилась. «Браму» не дивилась. Я кино дивлюся на Мегого. Якщо його нема, то дивлюся уже в, ну, просто на яких сайтах, на яких знайшла. Якогось одного у мене нема. Ходили сегодня на мульт «Як приборкати дракона». Дочь понравилась, особенно в конце, когда у них детки родились. Да, очень классный мультик. Я прям чуть ли не плакала. Я романтик, наверное. Анюта, как можно заробляти в декреті, щоб ти порадила? У мене є декілька варіантів, але тут я не буду розказувати щось. Со світлом було. Я зніму окреме відео і там розповім. Збережи, будь ласка, ефір. Гаразд. Сохраніть, будь ласка, ефір. Окей, красиво, як завжди. Спасибо. Добрий вечір, Анют, привіт. Прочитайте, пожалуйста, что я вам написала в директ. Хорошо, где делали губки? А я давала номер телефона. Есть такая клиника. Она находится на метро Харьковском. Напишите мне в личку, я порекомендую. Ну, то есть дам телефон. Анечка, вы постоянно находитесь в гармоничном состоянии? Да, я стараюсь из него не выходить. У меня сегодня, я вчера приехала, сразу легла спать. Вот, я легла до 10 даже. Утром я проснулась в таком состоянии страха. У меня там кое-что произошло вечером. И когда есть страх, это уже не гармония. Поэтому я постаралась успокоиться, я позаписывалась на к врачам. В общем, ну, я имею в виду, сама себя успокоила, что я попаду к врачам, успокоила маму. Вот, и уже как бы более-менее нормально. Но я слегка подтормаживаю, я это ощущаю. Я вспоминаю слова, что-то забываю. Ну, то есть, в общем, такое у меня состояние не очень. Но я это связываю еще с тем, что сейчас переход с зимы на весну. У меня всегда такое состояние не очень. Анютка, ты такая красивая, милая, милая, как обычно, миленькая, спасибо.
Я помню, ты писала про то, что готовишься к новой роли в своей жизни. О чем это было? Расскажи, пожалуйста. А когда я писала? Ну, потому что в моей жизни много ролей, то есть в моей жизни много моментов поменялось. И про какую роль тогда я писала, я не знаю. Можешь сбросить мне, например, в личку, например, пост, или ну, где я это говорила? Тогда я тебе скажу. Анечка, так, это я читала. А когда следующий маникюр? Ну, в принципе, я думаю, через неделю уже. Практикуете ли вы медитации? Да. О, как необычно слышать тебя на... Девочки, за 3 февраля вас, Демушка, с праздником. Демушка у папы. Сейчас я позвоню, буду поздравлять ребят. С Драгобыча привет. Привет! Як там у вас с погодою? Каре, не хочешь сделать? Любишь длинные волосы? Да, я люблю длинные волосы. Я, наоборот, сейчас страдаю, то, что я их обрезала. Но я вынуждена их обрезала, потому что у меня кончики посеклись. И у меня после операции отрастают мои как бы волосы, которые... Ну, то есть у меня полголовы была лысая. И как бы я их отпускала. И вот они поредели. Плюс у меня была стрессовая ситуация, переезд, развод. Ну, куча-куча всего. И у меня волосы очень начали сильно выпадать. У меня как бы густота потерялась. У меня... Волосы стали такие прям не очень. Я вот сейчас все это восстанавливаю, и поэтому я их обрезала. Сейчас я хочу отпускать, то есть, чтобы сравнялись те волосики, которые у меня. Вот, видите? Сейчас, они где-то тут. Ну, тут вот есть волосики, они коротенькие, такие совсем. Ну, вот, где-то вот такие. Вот, и поэтому у меня густоты от этого нету, из-за того, что, ну, как бы, операция была. Тогда, в принципе, можно было бы, побриться на лысо, и тогда, волосы себе спокойно бы отрастали, были бы густые. Но, видите, я этого не сделала, я их прятала. И... Так, когда была в Кишиневе или Европе была? Не знаю, все-таки покажите мне этот пост. Знакома ли вы с Антой? Нет, не знаю, не знакома. Так, Анечка, никогда не думала пустить себе несколько прядок светлых волос у лица? Нет, ну, по крайней мере, сейчас это не актуально. Это первое. Второе, у меня когда-то такое было лет, наверное, в 16-17, как бы я скому сбила, и сейчас только натуральный цвет волос, я не хочу ничего красить. Какие у вас любимые книги, часто читаете? Я очень люблю Ремарка, «Триумфальная арка», «Три товарища». Мне очень нравится роман, хотя романы не скажу, что прям сильно люблю, но, в принципе, какие-то люблю. Мой первый роман, который я прочла именно так осознанно, это был... «Одиночество в сети» Януша Вишневского. Правильно я фамилию сказала? Помню, что Януш, помню, что что-то на «В». Вот. Какие еще любимые? Я очень люблю психологию. Я уже говорила, «Пять языков любви» — это моя настольная книга. Вот. Люблю читать про маркетинг, люблю про духовные практики читать. Ну вот мне сейчас очень нравится роман, который я никак не могу закончить. Это «Шандара». Так... Я за видео-медитация для чайников. Наверное, надо снять. На самом деле, в Ютубе много таких видео, но, как я понимаю, что мои подписчики, я, знаете, всегда думаю, они найдут в интернете, зачем мне снимать. Потом думаю, ну, если они меня просят, значит, они хотят именно от меня это видео. И вот тут вот как бы понимаю, что надо. В Драгобыче снеги, мороз, холодно, весной не пахнет. Скоро уже будет. Вона нікуди від нас не дінеться. Ані, крепкого вам здоров'я, душі вам желаю. Ви мой мотиватор. Спасибо большое. Преблагодарность, благодарность. Посоветуйте витамины детские, какой ты сыночку даешь. Я сейчас даю египетские, но у меня тут есть одни такие, это больше не витамин, но там витамин тоже есть. Вот, вот такое вот средство. Биарон С. Я когда Демиду давала, все дети болели, а мой малый вообще не болел. И сейчас я, правда, даю другие витамины, но когда у него была температура, она поднялась, была 37, а потом поднялась до 38, побыла несколько дней, я его отпаивала, давала ему биарон, и вот те витамины. Короче, в общем, и у меня малой вообще очень быстро поправился, без каких-либо температур, жаропонижающих, вообще без ничего. То есть просто много отпаиваю, всегда даю ему витаминки.
Или вот есть детские такие, как типа БАДы, но это все равно витамины. В этом хорошие детские, сейчас вам скажу, МВ. Вот. У меня был гамма-нож. Перед этим у меня тоже были операции в 12-м, в 11-м это случилось. В 12-м году у меня было две операции. Мне вставляли в голову спираль. Мне клеили сосуды, а потом в 15-м году я полетела в Стамбул на гамма-нож. То есть мне... И после гамма-ножа, то есть это облучение, у меня выпали волосы там, где облучали. То есть полголовы у меня было без волос. У Доминики есть мальчик, у них есть друг. У тебя еще не появляются седые волосы у девочки? Пока нет. А у меня вот такая же длина волос и густоты вообще нет у корней. Внизу пышные и плотные, а у корней постоянно прилизано. Когда стригу каре, сразу на макушке появляется объем. Вот ты спросила про каре. Нет, у меня не то. Почему? У меня сами по себе волос тонкий. И с детства у меня всегда вот такая прическа. Всегда. Менять ее не хочу, мне она нравится. Если вдруг у меня, например, волосы накрученные и объем есть, то я вот так вот их, ну, как бы вот так вот делаю. И вот этот объем, он на боку. Вот. Поэтому, вы знаете, это зависит от волос и от... Ну, кому как больше нравится, понимаете? То есть я люблю, когда они просто прямые, ровные, гладкие. Вот. Иногда люблю, когда накрученные. То есть вот так вот. Мне нравится, когда они вот такие. Что за помада у вас на губах? На самом деле это не помада, это вот этот вот блеск Art Deco в номере. Боже, он стерся. 20... Но он стерся, девочки. Нет, это второй номер. Второй номер написано. Ну, тут тоже что-то было, думала, что это. Вот такая вот. То ли помадка, то ли блеск. Вот. А нет, сильно ли тяжело освоиться в Киеве? Скорее всего, буду переезжать, но боюсь, что не обживусь и не найду места там, как много приезжих. Ну, насколько я знаю, кто в Киев едет, он уже не возвращается домой, это первое. Второе, то, что страх сразу убери, относись к жизни проще. Не найдешь, вернешься, ты ничего не потеряешь, ну, на самом деле. Убери сразу, что обо мне подумать, если я вернусь, вот, я не нашла, это твоя жизнь. Вот, и в Киеве очень много возможностей, где можно и найти работу, и жилье, и... Да все на свете, просто убери этот страх. Я вообще от мужа ушла, не знаю, будет он мне помогать или не будет, просто взяла и ушла, можно сказать, никуда. И ничего, нормально, видите, работаю. Потому что многие думают, что меня муж содержит. Девочки, это не так. Ну, то есть, потому что, как бы мне девочки некоторые... Тебе легко говорить, у тебя же помощь есть. Ну, как бы, какая помощь? Ну, то есть, знаете, поэтому, когда человек многого не знает, легко, как бы, да, вроде бы, как рассуждать. Поэтому вы просто уберите страх, и там будете уже по ходу, по мере понимать, куда вам двигаться. Шандарам очень глубокая книга, тоже читала после и начала увлекаться восточными практиками. Ну да. А я, видите, начала увлекаться восточными практиками, а потом только начала читать книгу. Привет, как это Ника кушает? Сырые шампиньоны, да? А вы никогда не пробовали? Это же те грибы, когда можно кушать их в сыром виде, плюс очень много салатов, где есть шампиньоны сырые. Привет, привет, привет. Знаешь канал Вредина Лайф? Как к ним относишься? Не знаю. Аню, ты не читала книгу Нику Набокову? Не-а. Когда это видео снимешь? Каюсь, должна была уже давно, и, в принципе, даже уже созрела, вот просто надо сесть и снять. Ань, сколько ты зарабатываешь как блогер? Именно как блогер, потому что у меня несколько работ и несколько, как бы, как правильно сказать... ответвлений в этой отрасли. Нету определенного заработка как блогера, потому что каждый месяц по-разному. Но я уже говорила, что как бы помимо блогерства у меня есть SMM, у меня есть ведение других каналов, есть видеопродакшн, где я снимаю и монтирую видео, плюс есть одна тема про путешествия, на которой тоже может зарабатывать. Ну, в общем, как-то так. Я же говорю, надо просто снять видео.
Когда ремонт закончится в доме, жду рум-тур очень. Я тоже хочу этот рум-тур. Я с удовольствием покажу. Надо только ремонт закончить. Недавно тебя увидела во влоге Бимама. Такая красивая там. Спасибо. Надеюсь, что и в своих влогах я тоже красивая. Надо будет посмотреть, я просто не видела еще. Надо будет попробовать, когда не кушала, никогда не кушала сырые шампиньоны. Пробуйте, правда вкусно. Ань, как начать худеть? Сколько попыток, и все сводится к нулю. Не ставь себе цель, мне надо похудеть. Выбери себе определенные джинсы, в которые ты хочешь влезть, например, да, и кушай то, что тебе нравится, но по чуть-чуть. Только я не говорю про майонез, бутерброды с большим слоем, есть все время, постоянно, в больших количествах. Нет, ну, как бы по чуть-чуть. Это может быть 3 раза, это может быть 5 раз. Но там, если хочешь перекусить, яблоко, например, да, и, кстати, для того, чтобы похудеть, именно фрукты надо кушать до 11. После уже как бы нежелательно. Ну, на самом деле, есть диетологи для этого, они разрабатывают. Вот. Я кушаю, наоборот, для того, чтобы поправиться. Ань, вы быстро пришли в форму после 2 родов, да. Ты очень мудрая, к твоим советам прислушиваюсь. Благодарю. Постоянство удел слабых. Двигайтесь вперед, и все будет хорошо. Во, я поддерживаю. Когда еще будет какая-нибудь встреча с тобой? Я весной планирую сделать именно свою встречу и пригласить своих подписчиков. Анечка, привет с Кривого Рога. Привет. Ребят, я буду закругляться, потому что у меня там ужин готовится. Я боюсь, что сейчас все сгорит. Вот, поэтому... Ну и плюс мы фильм с Никой собрались смотреть. Всех люблю, целую. Всем хорошего вечера, хороших выходных и до нового... Хотела сказать перископа. До нового прямого эфира. Пока.